Черное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами, или, как их называют сами историки Незалежной, древними украми из зависти. У всех море было, а у них не было. В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом. И вы даже не догадываетесь, с какой именно целью они его копали – чтобы мыться и стирать. Именно интенсивной помывкой укров и объясняют современные украинские историки такое количество сероводорода в нижних слоях Черного моря.